Всем привет! Сегодня продолжим сравнение мотоциклов Kia K2 и K2L. Для тех, кто не видел первое видео, оно будет в подсказках. Вкратце про общие характеристики. Двигатели четырехтактные, воздушного охлаждения UX166FML, верхневальные, объемом 223 куба, мощностью 16,5 лошадок. Передние и задние дисковые тормоза, задняя подвеска без прогрессии линка. Разница между мотоциклами в стоимости в $250. Перед нами моделька K2 и K2L от производителя Kia. Значит, разница в этих модельках. Первая. На K2L установлена обычная вилка, не перевернутая. Высота вилки такая же. Переднее колесо Kia K2 80 на 100 на 21 дюйм. На K2L 70 на 100 на 19 дюймов. На K2 установлен алюминиевый диск с буксаторами. На K2L железный диск и буксаторы не установлены. Задние колеса на K2 имеют размер 100 на 90 на 18. На K2L 90 на 100 на 16 дюймов. Опять-таки на K2 алюминиевый обод с буксатором. На K2L железный обод без буксатора. Задняя звезда на K2 имеет 45 зубьев. На K2L имеет 41 зуб. Звезды по посадке взаимозаменяемые. Соответственно, длина цепи тоже на K2L меньше. Количество звеньев в ней. Цепи 520 и там, и там. На K2L за счет того, что установлено меньшее колесо, задний рычаг имеет меньшую длину на 1.5 сантиметра. На модельку K2L установили задний багажник и подножки пассажиров. К сожалению, подножки находятся на разной высоте, левая находится ниже. На модельке K2 установлен двухпоршневой задний тормозной цилиндр, на модельке K2L однопоршневой тормозной цилиндр с безазбестовыми колодками, такие как на Т4. На модельке K2 стоит алюминиевая лапка переключения передач, которая складывается. K2L установили железную лапку, которая тоже может складываться. На модельке K2 стоит руль постоянного диаметра 22 мм. На модельке K2L установили руль переменного сечения 22-28 мм. Спидометры на обоих моделях одинаковые. Отбойники руля разные, бензобаки и сидушки одинаковые. На модельке K2L установили машинку с регулировкой, такая же, как установлена на K4, на Т4. На модельке K2 тормозная машинка стоит обычная. На модельке K2 и K2L начали устанавливать карбюраторы Ниби, но установили таким макаром, что болты регулировок находятся под рамой, то есть добраться до них практически невозможно. И неудобно очень установлен рычажок подсоса. За счет того, что колеса разного размера, высота сидушки на К2 870 мм и 855 мм на модельке К2L. Если информация была не лишней, ставим палец вверх. Если не хотите пропустить наше следующее видео, жмите на колокольчик и подписывайтесь. Всем пока!